Ведущие логистические компании предлагают изменить тарифы образования на перевозку грузов в контейнерах. По их мнению, действующая система делает перевозки в контейнерах неоправданно дорогими для грузоотправителей. Высокие и нерентабельные цены тормозят процесс развития контейнеризации в стране. Также в Казахстане отсутствует система контроля, ремонта и обслуживания контейнеров. Об этом сегодня было заявлено в Алматы на ежегодной конференции профильных ассоциаций национальных экспедиторов, а также перевозчиков и операторов вагонов. Подробности в следующем материале. Алматинская конференция национальных экспедиторов, перевозчиков и операторов вагонов началась с обсуждения самой актуальной на сегодняшний день проблемы в грузоперевозках. А суть проблемы в существенной разнице тарифов на перевозку грузов в контейнерах и универсальным парком вагонов. Стоимость одного и того же груза в контейнере за одну тонну груза может быть дороже 2,5 раза, нежели в вагоне. Так, железнодорожный тариф по Казахстану для перевозки одной тонны зерна в крытом вагоне грузоподъемностью 65 тонн составляет почти 2900 тенге, тогда как при перевозке в контейнере грузоподъемностью 54 тонны цена достигает около 5200 тенге. А если сюда прибавить сопутствующие расходы в виде зарплаты и транспортировки грузов в контейнерах, себестоимость перевозки для грузоотправителей возрастает в 5 раз, сетуют ведущие отечественные логистические компании. Возьмем, например, зерно российское и казахстанское. То есть российское зерно, оно более конкурентоспособное. Почему? Потому что у наших соседей Российской Федерации, то есть идет активная контейнеризация, у них есть определенные понижающие коэффициенты на отправки в контейнерных поездах. Если брать в Казахстан, у нас инфраструктура не развита, у нас нет понижающих коэффициентов. То бишь казахстанское зерно, оно менее конкурентоспособно российскому зерну. Это я пример привел только из одной продукции. Сегодняшняя тарифная ситуация в Казахстане, сопровождающаяся дефицитом фитинговых платформ и отсутствием инфраструктуры для погрузочно-разгрузочных операций, не дает развиваться одной из самых глобальных тенденций логистического рынка – контейнеризации. И это на фоне того, что наш крупнейший сосед Китай изменил условия по перевозке продукции в КНР, отдав предпочтение контейнерам. В связи с этим участники перевозочного процесса предложили ряд мер для стимулирования контейнеризации. Это изменить ценовую политику на перевозку грузов крытым способом во внутриреспубликанском и экспортном сообщениях путем понижающего коэффициента и наладить локальное точечное техническое обслуживание и ремонт. Организовать техническое обслуживание, ремонт, а также подготовку под погрузку контейнеров на территории Республики Казахстан в качестве варианта предлагается перепрофилировать, либо же модернизировать пункты подготовки вагонов, принадлежащие КТЖ. При их отсутствии на определенных станциях задействовать пункты текущего отцепочного ремонта. Кроме двух озвученных предложений, логистические компании предлагают создать равные условия доступа на станции до стыки Алтын-Коль для операторов вагонов и контейнеров путем регламентации порядка, закрепив это нормативно-правовым актом. Поправка подразумевает взаимодействие железнодорожных станций, перегрузочных пунктов, транспортно-логистических центров, операторов вагонов на межгосударственных стыковых пунктах. Стоит отметить, что транзит контейнерных грузов через Казахстан из Китая в Европу и в обратном направлении сейчас переживает времена бурного роста. Даже в разгар пандемии COVID в 2019-2020 годах рост перевозок в этих направлениях вырос на 32%. В 2021 году рост объемов контейнерных грузов по железным дорогам Казахстана продолжился, увеличившись до 1 миллиона 66 тысяч контейнеров в 20-футовом эквиваленте. Дильмурат Муталипов, Нурлан Досмухамбетов, Атамикен Бизнес.